У Ростова была неудачная серия, но не могли выиграть. Как вы справлялись с этим? Ростов couldn't win for quite a while. Uh-huh. So how were you handling this situation? Well, as coach said today, the season started for us, you know, because we have a national break, and after national break, we have opportunity to do well. And today, I think we did well, 3-0. Now, Sergei has clean sheet. You know, the most important thing for us, don't suffer the goal. You know, is like personality, and we score 3 goals. And 4 games in a row, we have 3 draws and 1 loses. If you see that games, all the games we are 2-0 in front, 3-1 against Zeska, against Ural 2-2, and against Krasnodar 2-0 we are in front, and after that we are lose. But we play very well in a good way. But I don't know that those games we are unlucky, you know. And this game we did top. Ну как нам сказал тренер, фактически можно сказать, что у нас сегодня сезон начинается заново для нас. И после паузы на игры сборной мы у нас смогли перезагрузиться. Сегодня мы забили 3 гола. Сергей смог не пропустить сухой матч. Он показал характер. Потом, если вспомнить все наши игры, которые мы провели до этого, мы забивали по 2 гола и, в принципе, во всех играх мы плюс-минус играли хорошо. Вот. Единственное, что нам не хватало, возможно, это немного удачи. Вот. Сегодня все получилось, мы забили 3 гола, победили. Все хорошо. А когда вы переходили в Ростов, может быть, вы с кем-то советовались насчет города? When you were moving to Rostov, did you ask for any advice about the city, maybe about the? Yeah, I have Said Azatullah and Sardar Azmoun. He played here in Rostov, you know, and they are in the national team. And I asked to them, you know, and they said to me good advice about the city and also about the club, you know, and because of that. I came here and also talking with the coach and also with the president, you know, and this is a good sign to come here. And after that, I decided to come. Ну, он советовался с партнерами по команде, по сборной, Саид Задалах и Сердар Азмун, ребята, которые уже играли в Ростове, и как бы они дали ему хороший совет по поводу клуба, и в том числе я говорил с тренером и поговорил с президентом клуба. Это был хороший знак для того, чтобы осуществить переход сюда. Вы с Ростова много путешествуете. Нравится ли вам в целом в России? Ну, то есть вот... Do you like Russia in general? Because you travel a lot. Yeah, because before that I come to the Rostov, Moscow, like 3 or 4 years ago for vacation. Yeah, two times. 3-4 года назад приезжал на... Он в прошлый раз уже... 3-4 года назад он приезжал в Россию в качестве туриста, ему все понравилось. Ну что, ты вспомнил пароль? Мужики, да вы чего? Я просто откладывал, чтобы на любимый клуб поставить. Да будьте вы людьми! Говорят, прогревание от провалов в памяти помогает. Не понял. Вас что, теперь двое? Да, я просто иногда себя удваиваю. Чего? Это как вообще? А мы в Винлайн теперь все удваиваем. Просто регистрируйся на Винлайн. Вноси депозит, и мы тут же удвоим его. То есть Винлайн удвоит все, что у меня в сейфе? А сколько у тебя там? Ну, 7-8, не меньше.
Слушайте, у вас нет какого-то напильника или